Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем плавать в Сабнафтике. Собственно, я занимаюсь понемножечку переездом. Как вы уже поняли, я достроил аквариум. Пока еще не знаю, как он работает, но да и не суть важно. Так, изготовитель аптечек пока ничего мне не сделал. Но это ладно. Короче, вот так вот это все счастье выглядит. Не знаю, будут ли они размножаться или нет. Надо будет потом это потестить. Я, собственно, влупил сюда вот такой вот люк. Туда можно заплыть и выпустить туда наловленную вами рыбу. Построил тут себе такой шкафчик качественный. Вообще понравился он мне. Очень много ячеек дает. Поэтому я и решил сюда сложить всякое полезное. Кварц. Потом, чем я еще занялся? Так. Металлолом давайте выложим. Все равно, что так 4 ячейки, что так 4 ячейки. Сетчатое волокно. А, точно. Я же собирался... Ну, во-первых, надо сделать костюм. Во-вторых, надо сделать комплект проводов, компьютерный чип. Сейчас посмотрим. Это надо плыть на базу. Посмотреть, что для этого надо. Комплект проводов и компьютерный чип. Комплект проводов и компьютерный чип. Комплект проводов, серебряная руда 2 штуки. Компьютерный чип, серебряная руда 1 штука, кварц, образцы коралловой плиты. Ах ты твою мать! Вот это плохо. Сейчас объясню почему. Серебряной руды нужно 2 штуки на костюм. Я думаю, сначала костюм, а потом уже эту крафтилку, потому что, ну, все-таки крафтилка-то у меня есть, а вот... Короче, нужно водоросли. Это нахуярить. Еще 2 штучки. Все. Теперь есть сетчатое волокно, а серебро у меня есть на базе. Фу, блядь. Да знаю я. Что ты мне рассказываешь? Ну если что, я свою одну из своих рыбок заебашу. Все-таки я не думаю, что они там прямо размножаться будут. Но если будут, то это вообще нормальная тема. Но если нет, то нет, увы. Так, сколько мне там всего-то серебра? 3 штуки. Хватило бы, кстати, на крафтилку. Как раз, тютелька в тютельку. Да ладно. Давайте, кстати, одного пузырика заберем. Слышь, пузырик, стой. А то пить хочется, пиздец. Так. Жрать не хочу, как вы видите, но пить вообще что так прям кроет. Так, ну перво на перво, воды мне сделай. А во-вторых, кость... Ну да, сетчатое волокно забыл скрафтить. Все? Теперь можно? Да. Антирадиционный снимай, чё ты. Стелсуит, equipped, and capturing body
You have chosen not to activate chemical taste neutralization. Thank you and have a nice day. В смысле, блядь? Не нажал кнопку, и чё теперь? Типа, ебись она трехфазным током, не... Не работает, да? Или чё? Ну, я не совсем понял, ну ладно. Давайте антирад сюда пока положим. Ну, а чё, пускай лежит. Или может забрать его всё-таки. Хер его знает, пускай пока лежит. Пока пускай лежит. Так. Welcome aboard, Captain. Я проверю, если пескун еще один появится, то тогда засуну еще одного пузырика. А так, ну хер его. Мне надо напиться по-нормальному. А то же реально. Пескуны это, конечно, прикольно, но... Пузырики это чистая вода. Их ловить легко. Вот еще один. Одного вполне можно посадить уже. Ты куда съебаешься? Все, пошли одного посадим. Заодно покажу вам, как это делается. Ну, для тех, кто не в курсе, конечно. Я уверен, тут просто полно людей прохаванных, которые уже давным-давно на субмарине бороздят эти просторы. Короче, просто заходим сюда и выпускаем эту срань. И вот она начинает плавать. Все, конец истории. Так. Давай все-таки возьмем последний кусочек серебра. И... Ну, что-то скрафтим для этого. В смысле, для крафтилки сюда. Блин, темнеет опять, сука. Ни хера себе, а что так темно-то? Кошмар. Ой, что там? Там, по-моему, компьютерный чип как раз-таки. Ага, комплект проводов, просто руда нужна. А тут получается коралловые плиты и кварц. Ну, сейчас найдем. Ну, и сразу посветлело. Забавно. До ужаса. Гигантские коралловые плиты. Ты не перди, сука. Опасные они соседи. Ну вот, кварц. Кстати, да, надо выкинуть этот гриб. Он мне тут не нужен. Сейчас найдем гигантские коралловые плиты еще. Просто тут эти суки напердели, ну посмотрите. А, во. Ух ты, сука. Как бомбануло. Ну хули мне теперь делать? А, ну да, я ж не попил, я забыл. Сейчас попью. Должно хватить на чип, по идее. Давайте сначала водички сделаем. Вообще, знаете, как-то, когда начинаешь вот играть, как-то все сложно, так, блядь, напряжно, вот это вот воду там смотреть. За едой смотреть, за жизнями, там вот эти вот стрёмные мобы. А потом как-то, блядь, втягиваешься и норм. Образец коралловой плиты. Коралловой плиты.
Так, вот компьютерный чип как раз. Все, короче, теперь осталось только взбить себе руки в кровь в поиске, собственно, серебряной руды. Что там у меня в инвентаре-то? Ну, в принципе, все самое нужное. Пойдем поищем. Куда-нибудь туда. Я ж помню, что там глубоко и куча этих приколов. И куча всякой злобной мрази. Ну, вообще прикольно там. Люблю такие места. О! Можно просканировать. Заряжателя батарей. О! Вот это наверняка полезная хрень. Ой! Вот тут стрёмненько, однако. Ой, подождите-ка, 100 метров уже! Блять, лучше сюда не соваться без специального снаряжения. Чё-то я психанул. Прикольная пещера, однако. Но лучше сюда без спецснаряжения не соваться. Костюм такой, ничего. Здравый получился. Так, ну подыши ты на полную грудь. Все, теперь давай пойдем и поищем. Ну не щук, конечно, этих херовых. А где бы тут поживиться? Вот камушки. Титан. Титан. Серебряная руда. Хорошо. Вот еще. Титан. Это что, соль? Соль. Ну, соль, в принципе, есть пока. Ну, вот еще вот это вот расхуярю. Золото. Вообще нормально. Ладно, давайте наверх подышим и еще посмотрим, что тут есть. Короче, я так понял, серебро вот в этих красных зарослях, оно чаще всего попадается. Ну, может, мне, конечно, везет, но я думаю, закономерность тут, как в Майнкрафте, какая-то должна быть. Пускай там хоть по уровням. Это закономерность, но тут же этих уровней нету. Очищенная вода, вот откуда, блядь, мне это упало? Серебряная руда. Вроде уже есть, но я еще подолбу. Фрагмент мотылька, охуеть. Вот это заныкали, пиздец. Так, 4 из 5, еще один остался. Свинец. Оп, уворот. Кварц схватил. Оп, еще один уворот. Вон еще, смотри-ка. Золото. Хорошо, всплываем. Пока что вон там еще есть залежи. Блять, а что за энергия 83%? Это как понимать? Энергия чего? Наверное, может, мне спать там надо будет или еще что-то. Может, как-то так это работает? Ну, не знаю, на самом деле. Это так, догадка. Но тут, по-моему, можно скрафтить себе что-то. Серебряная руда. Ну, как хорошо-то, а? Прёт-то как, блять? Ты чё, сука, ко мне пристал? Отъебись. Титан. Серебряная руда. Вот я нахуярю сейчас себе руды.
Вон, там еще, по-моему, фрагмент мотылька. Давайте подышим. Да и рыбка заодно успокоится. Да, то вроде фрагмент мотылька. Ну и глубина тут, твою мать. Может, полечиться стоит? Давай, выпей, короче, водички. Ну, лечиться пока не буду. Но если это реально мотылек, то мне очень-очень повезло. Потому что у меня будут все части этого ебаного мотылька. Мотылек. Да, блядь! Так. Все, всплываем отсюда. Там с серебром у меня все хорошо. Могу теперь и крафтилку поставить. И вообще я охуенный пацан. Главное, чтобы меня не сожрали по пути. О, какая-то пушка. Это прикольно. Да, по идее, отстреливать этих хуевых акул как-то ж надо. О, еще фрагмент мотылька. Да тут этого говна навалом. Ну, просто такое место, что... Твою мать. Я забыл. Я хотел всплыть, но я забыл. Так, давай, 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 давай. А то я уже видел, что происходит с тобой, когда кислород заканчивается. У тебя в глазах темнеть начинает. Да все уже, все. Успокойся. Все, фу, поплыли. Теперь можем и сделать все эти приколы, для чего бы то ни было. Для чего бы то ни было, для крафтилки в свою скромную обитель. Так, это не здесь, это вот здесь. Комплект проводов. Так, ну пошли, поставим крафтилку там на втором этаже. И может быть кину коридорчик и... Ну не знаю, я пока еще не придумал. О, смотрите, реально три рыбы появилось, три пескуна, даже четыре. Он маленький пескунчик еще плавает, видите? Они реально размножаются, вот это нормально, значит все, значит двух этих пузыриков я там оставляю. Буду охотиться потом. Ну, типа, если мне будет не хватать, то буду охотиться. Так. Ну, заряжалка для батареи. Стекло и медная проволока. Стекло мы добудем, медная проволока хуйня. Компьютерный чип еще надо будет сделать для нее. Изготовитель. Давайте-ка въебем сюда изготовитель. Ну, вот сюда, вот на эту стену. Хотя... Хотя хуй его знает, куда его влепить. Давайте-ка пока повременим. Я сейчас посмотрю просто, куда я док хотел въебать. Просто я док хотел вмазать куда-то сюда. Получается практически в противоположную сторону от люка основного. Где-то вот туда. Ну, значит, будем строить в этой стороне. Ну, вот куда-то сюда въебу. Эту штуку. Изготовитель. Ну, вот как-то так вот с краешку. Бам. Есть. Теперь нужно стекло, медная проволока, компьютерный чип. Так, сейчас посмотрим. Компьютерный чип, коралловая плита нужна. Вот сейчас медную проволоку ебанем. Коралловая плита. Ну, пойдем за коралловой плитой. Поставим эту заряжалку для батареек. Ну, а хули бы нет.
Так, благо все у нас под рукой. Так. Нужно еще стекло. А, ну да, компьютерный чип. Подожди-ка, что-то я... Куда это я спешу? Компьютерный чип. Кварц у меня там в кармане не завалялся? Нет, к сожалению, нет. Плохо. С кварцем что-то напряги пошли какие-то. Там, по-моему, же два штуки нужно для того, чтобы стекло сделать, да? Где оно тут? Так, два кварца. Так, я не понял. А что я хотел скрафтить-то? Я уже сам забыл. А, точно, эту хрень для батареек. Вот эту вот хрень. То есть просто стекло мне нужно еще. Ладно, один кусочек кварца осталось найти. Очищенная вода мне упала. Вообще кайф. Просто, блин. Пошли кусочек кварца найдем. Просто кусочек кварца и все. Больше мне ни черта не надо. Так, тут эти суки плавают. Пердящие. По любому поводу вообще. Он кварц. Вот и мой кварц. Оп, и сваливаем. Блин, надо какую-то подсветку въебать, что ли. Или маячок втыкнуть на нее. Какой-нибудь, я знаю. Так. Ну хули сделать? Жизнь такая штука. Жизнь такая штука. Нам-нам-нам. Так, теперь давайте-ка сделаем стекло. И, наконец-то, вмажем этот чертов заряжалку. Или зарядку. Зарядку, скорее всего. Ага, ну и типа можно сюда вставлять батарейки, которые разрядились. И все. Прикольно. Так. Что еще мне надо-то? Давайте посмотрим, что еще тут можно скрафтить просто. Шкафчика мне, в принципе, пока что хватает. Вот изготовитель аптечек можно еще один, но кварц я заебусь искать. Но это, в принципе, не так уж прям и... Не такая уж прям и нужная вещь. Соединитель. Многоцелевая комната, прямой коридор. А у меня нету этого дока. Вот это плохо, кстати. Ладно. Много у меня тут еще места? Не особо. Значит, надо еще один шкафчик. Вернее, вот эта вот штука. Нужен еще один такой шкафчик. Для него нужно одно стекло, то есть два кварца. Опять, блядь, три. Ну ты посмотри на это говно. Ну ладно. Сейчас попробуем... Ну, блин, темно сейчас, конечно. Вот не хотелось бы на темноту это все делать. Хотя, вроде же, светает. Или это вечер такой. Непонятно. Когда часов нет,
Все это довольно печально. Нахер я сюда пришел, никто не знает. Так, давайте у кого-то заберем свинец, пыльцу камикадзе и батарейки. Ну, еще вот эти вот херни. Это мне пригодится. Ну, и ящик. Один ящик заберу с собой. Инвентарь полон. Угу. Ну ладно. Тогда хуй с ним. Потом заберу. Складирую туда сейчас самые полезные вещички. Типа золото, типа, ну, вот такого вот прикола. Серебро, там пыльца камикадзе этого. Свинец, титан, еще свинец, ну, такого плана. Ресы, короче. А вот эти вот приколы, это нам понадобится уже на другое. Ну что, пошли посмотрим, что там нужно для этого. Давай. Заводи. Транспорт. Так, титановый слиток, энергоячейка, два стекла и смазка. Нужно много титана. Нужна одна батарейка, по-моему. Стекло и смазка. А если я эту херню тут оставлю, то типа ничего не будет, да? Ну, по идее, да. Давайте посмотрим. Там, по-моему, 10 кусков титана надо. 4, 8, 9, 10. Блять, верни назад. Так. Делаем титан. Делаем титановый слиток. Потом смазка, нужны семена, 3 штуки. И что-то еще. Энергоячейка. Силиконовая резина. Ага. Ну, то есть нужно много семян нынче. 3 плюс 2. Получается. Ладно, пошли. 5 семян нужно. И все вроде. Если я ничего не забыл. Скорее всего, забыл. Там стекло еще нужно, по-моему, было. Значит, кварц надо собирать. 3, 4, 5. Все, больше не надо. Сука! Ёбаный! Сука, вот моя жадность. Просто моя жадность. Ни больше, ни меньше. Это просто моя жадность. И он меня сейчас еще за это отпиздит. Он кровь почувствовал. Я где-то тут пузырика видел. О. Не съебывай. Ты мне нужен. Так, жри-ка ты аптечку, друг мой сердечный. Делаем одну силиконовую резину. И делаем одну смазку. Так. Так. Энергоячейка есть. Так, на выход. Чё еще там надо?
Ух, тут этих пузыриков, короче. Я сейчас этого пойманного, короче, пущу, а мои пускай развлекаются. Так. Пить охота, ребята. Такая жара на улице стоит, вы не представляете. 37 градусов, я ебал. Жить невозможно, не то что дышать. Так. Очищенная вода мне что-то вот просто вот идет. Просто... Ёб твою мать! Что это было? Лучше, короче, на нем не прыгать. Транспорт. Стекло нужно. Я тебя понял. Ну, пускай он тут пока летает. Два стекла нужно. Значит, отправляемся на охоту за кварцем. Я таки скрафчу сегодня в этой серии этого мотылька. Чё бы мне, конечно, этого не стоило, вы же знаете, я не отступаю. Стой, сука. Ты пойдешь со мной. Будешь моим талисманом. Кварц. О, прям месторождение кварца. Так, три есть. Четыре есть. Это два куска этого стекла, короче. Вот я и, собственно, добыл все, что мне нужно. Сука! Не надо. Не будь таким плохим. Не будь. Не надо, не стоит оно того. Нужен, нужен. Фу. Так, 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 так. И, собственно, стекло. Ну ладно, ладно, еще воды сделаем. Раз уже словил этого петушку. Так, где она? А петушка-то где? Странное дело. Ладно. Будем считать, что петушка сбежал. А вон он. Запилили, короче, смотрите, запилили. Не, давайте-ка соберем. Ох ты ж ни хрена себе. Вот это у меня мопед классный. Ну да. Здоровье тут у него есть, энергия своя. Вот как его подзаряжать, правда, я не знаю. Ой. Мотылек. Какая забавная штука. А, энергоячейка у него тут, видите? Угу. То есть я могу пощупать, проверить там, как она себя чувствует, эта энергоячейка. Забавно, забавно на самом деле. Так. Чё тут по комнатам-то? Больше ни хрена не можно, нельзя сделать. Ну, собственно, по еде, воде у меня вроде все
налаживается. Оп, пескун. Оп, этот. Короче, там еще все равно три штуки летает. Сейчас мы их приготовим и все. Как бы порядочек. И этого, и пескуна пожарить. Так. Кушаем, пьем, пьем. Надо бы по-хорошему еще один шкафчик сделать. Титан, стекло. Или титан, кварц. Это такое, блядь. Еще один кусочек серебра. Закатился. Давайте кинем пока этот модуль сюда. Все равно я не знаю, как его вставить. Чертежи. Какая-то модификационная станция, стыковочная шахта. Подожди, может это и есть тот самый... Наверное, это и есть тот самый отсек, для которого, ну, можно пристыковать мотылька. Давай-ка эту херь сгрузим. Пускай оно там лежит. А, да. Магнитушитель тоже. Вот. И один батончик. Ну так. Так, ну ладно. Что ж, дорогие друзья, сегодня довольно-таки продуктивный денек. Мы обустроили... Чё ты за хрень, блядь? Стой, блядь. Сейчас, секундочку. Ты тоже хочешь в нашу пати, что ли? Да на. Сейчас я только тебе подружку словлю, подожди. Так. Забрел тут. Да куда ты? Господи, тормозни. Вот это явно его подружка. Блять, песок закопал. Ну ладно. О. О, все, смотрите. Каждой твари по паре. Кстати, что-то каких-то тварей у меня, по-моему, больше, чем остальных. Сейчас надо выйти с аквариума посмотреть. Да, я вижу три пескуна, три этих. Но один там какой-то маленький, по-моему, летает. Да? Ну, пускай растут, хер с ним. Собственно, вот такая вот довольно интересная серия получилась. Мы построили с вами мотылек, обустроили... убежище. Разобрались, в принципе. Ну, в следующей серии, наверное, стоит док построить. Ну, то есть найти все части. Потом модификационная станция. Ну, короче, есть еще чем заняться. Есть еще что построить. Вот такие вот дела. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.